Все силовые структуры Ставропольского края сегодня приведены в боевую готовность. Об этом сообщает оперативный штаб УФСБ по региону. Сразу в двух районах края, в Предгорном и Кировском, введен режим контртеррористической операции. Это сделано после того, как накануне на административной границе с Кабардино-Балкарией обнаружили сразу 4 машины ВАЗ с 5 застреленными местными жителями в салонах. Среди них частный извозчик, таксист, а также сборщик мебели. Во время осмотра одного из автомобилей в 20 метрах сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Еще одну бомбу уничтожили с помощью робота-манипулятора. Оперативный штаб Ставропольского края открыл горячую линию. Номер телефона сейчас на ваших экранах. Местных жителей просят звонить в случае обнаружения любых подозрительных предметов, забытых вещей или бесхозных автомобилей.